Как вы относитесь, когда великий режиссер такое говорит? Никита Сергеевича я уважаю очень. Даже когда он распространяет фейки? Да, конечно. Я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Вы будете с этим работать? Или вы доверяете великому режиссеру и его источникам? Я не думаю, что мы возьмем это в работу. Потому что Никита Сергеевич? Потому что Никита Сергеевич, да. Хорошо.